Вечерний валет. Доброго времени суток, дорогие друзья. С вами второй выпуск чудесного шоу, невероятного, под названием «Вечерний валет». Да. Вам очень понравился первый выпуск, и, собственно, мы вам обещали, что будем записывать их почаще, так что... Раз в день мы обещали. Раз в день, да. Так что сегодня выпуск, посвященный вайлдкарду, который закончился несколько часов назад. Две команды отправились домой, две команды отправились в группы, кто-то рад. У нас на 10 кибертуристов стало больше на этом турнире, теперь их в сумме 12. Все нормально, да? А почему 12, а кто еще? Я не буду вслух говорить, я скажу это в конце. Их намного больше, на самом деле. Здесь туристов, здесь иногда смотришь, все эти люди, они все ходят с бейджиками, да. А ты их никого не знаешь. Иногда даже с детьми некоторые. Те, кто даже по-русски говорит, и некоторых не знаешь, а они вроде, даже иногда бывает, что вроде с тобой в самолете приехали, но ты тоже вопрос у тебя. Я сейчас начал переживать за свою карьеру, учитывая все, что я здесь говорю на русском языке. Если это люди слышат, ну да, это может быть очень неприятно. В общем, перед тем, как мы перейдем к результатам вайлдкарда, наверное, стоит сказать немножко о том, чем отличается этот интернешнл от прошлого с точки зрения нашей, да, с точки зрения рабочей. Вот давай, наверное, начнем все-таки со студии аналитики. Вот ты сегодня недолго, но был в студии ведущим во время одной серии. Великолепное впечатление от твоей работы. Какое? Получил. 2 по 20? Ну, ты знаешь, нет, у меня микрофон упал в конце. Так слышно было все равно хорошо. Слышно, да, было хорошо. Я не спорю, но просто вместо того, чтобы мне режиссер сказал, что у тебя микрофон упал, он... Мы с тебя ржали. Да, вместе с еще бандой людей решил посмеяться. Я такой сижу, слышу, все что-то ржут, думаю, на чем же они ржут-то? Вот, а потом мне говорят, ну у тебя микрофон упал. Я говорю, а что вы мне не сказали? Ну, говорит, да, так смешно было. Нет, а в остальном, конечно, замечательно. Это реально было смешно, я на это сидел, вы можете запись посмотреть, у него тут такая спагеттина просто лежала в виде микрофона. Вот это забавно. Ну, микрофоны чьи? Вальвовские или наши? Вальвовские. Надо пожаловаться на этот конкретный микрофон. Да. Он какой-то поломатый. Ну, на самом деле, студия аналитики что? У нас очень много людей в этот раз, просто реально что-то очень много людей, поэтому мы имеем возможность менять постоянно состав там. Но вы будете отдохнувшие. Люди работают, да, по половине смены обычно, ну не так, как на том же Шанхае, где у нас там иногда были смены по 14-15 часов, и это реально было тяжело физически. Тут у нас действительно, мы имеем возможность постоянно свапаться и работать буквально по 2-3 смены максимум в день у нас люди работают. И все время все свеженькие, бодрые, да, готовы работать. Да, сегодня да. Мы, кстати, Андрея сегодня оттащить не могли от аналитического. Вы не могли закончить поприща. Эфир просто. Да, Андрей хотел говорить и говорить, он говорил и говорил. Он хотел еще и еще, больше и больше, ненасытный. Но все равно как-то получилось все-таки усмирить льва. Но я боюсь, что с каждым днем, может быть, становится все тяжелее. Может, мы его просто будем оставлять, вот у нас вечерний валет, а у нас эфир будет начинаться в 9:30 утра, но начинать мы его будем в 7:30 утра и сделаем утренний Андрей. И у нас свободно еще две части дня, есть утро и день. То есть, вот. Может быть, всегда утренний Андрей и дневной... Что-либо. Факер. Мы придумаем еще, Да, и мне что, я не знаю, как вам, мне понравилось, что диван довольно просторный, и как бы аналитики сидят, ну, нормально, они вот это, знаешь, как сардельки друг к другу прижаты. Китайцы пофиксили этот. Они троих посадили? Да, они троих, они говорят, слишком свободный диван, ну, третий иди сюда, сядь посередине, чтобы... Дефолтные китайцы как бы напаковать, чтобы все нормально было, и все, вот они и посадили. Ну, мне студия аналитики понравилась, внешне у комментаторов... В принципе, ничего не изменилось. Комментаторские на групповой этап размещены как офисы в open space. То есть мы сидим вот прям вот друг за другом, и разделены мы такими здоровенными толстыми шторами, то есть такие из такого плотного материала. И еще пару вставочек там звукоизоляционных есть, но суть в том, что когда ты комментируешь, вот буквально у нас за спиной метра 3. Мы разделены только шторой, сидит тот же матч, комментируют англоязычные комментаторы, чуть дальше еще китайские комментаторы. И, соответственно, получается 12 комментаторских мест, и вот они все в одном месте, и еще чуть-чуть дальше сидят люди, которые это все смотрят, то есть оттуда та же сплазм идет звук. И там сегодня, когда было 6 одновременных эфиров, была какофония такая серьезная. Завтра будет 12, завтра там будет трэш, угар и садомия,
И в отличие от аналитика, мы не можем похвастаться тем, что у нас есть возможность меняться. У нас во время группового этапа у комментаторов придется работать по 10 карт в день. Ну, комментаторов меньше, скажем так. Поэтому мы будем подворовывать аналитиков. Поэтому у нас каждый день будет один аналитик или даже иногда два комментировать матчи. Лексу визу не дали. Воровство аналитиков. Еще раз передаем привет посольству США, да. Ну, вот так, собственно, работаем. В принципе, довольно неплохо, комфортно. Компы хорошие, сегодня проблем со стримом не было. Мы просто на 30 косарей. Английский стрим вот так вот. Вообще без шансов. Это еще Нави не играли. Это еще Нави не играли. Это на матче Escape комплексе. Европейцы против американцев играли. А когда Нави в финале будут играть, там-то мы, конечно, 500 я ставлю. 500 тысяч людей. А если посчитать YouTube, Dota 2 TV, Steam Broadcasting, ВКонтакте. 3 миллиона тысяч человек. 3 миллиона тысяч человек. Легчайшее. Да, по поводу игр что-то скажем или... Так не нужно, я думаю, что сразу как бы закругляемся. Пока. Ну ладно, я пошутил. Ну, Complexity, Bottom 18. И удивительные результаты абсолютно у нас. То есть, ну вот на самом деле мы это вчера говорили, я как раз говорил, как все-таки аналитик, что E-Home и Escape это явные фавориты. Ну, конечно, да, могли Execration удивить, могли Call удивить. Ну, Execration удивили. Execration удивили одной картой, отжатой у, соответственно, E-Home. Они три карты выиграли, отлично. Показали очень хороший, да, результат против Call, то есть они их прям уничтожили. Это тоже, конечно, дорогого стоит, что они смогли вот на первом своем турнире выездном обыграть кого-то и там показать неплохие результаты, но... Там, не важно, что ты сделал на полпути, да, важен же конечный результат. Кто запомнит, кого они там, блядь, чего? Ну, понятно, понятно. Пофигу. Кто-то прошел, кто-то не прошел. Ну, в общем, это действительно малоудивительный результат. Ну, у нас мало кто верил. Вот Смайл верил там в Execration. Ну, он просто большой любитель поставить на аутсайдеров и типа, того, эти парнишки. Ну, кто-то там, мол, говорил, ну, может быть, кол. Ну, там, типа, 50 на 50, вот кол и Escape. Ну, и Escape оказались сильнее. В E-Home, как бы, вообще никаких сомнений не было. Они, на самом деле... Не, ну, начали они, конечно, ни шатка, ни валка, но там первую игру лучше не смотреть. Ну, они подрафливали, такое ощущение, да, что... Да, ну, да, да, да. Там Данги с армлетами, ну... На расслабоне решили. Нет, если Антайнги с армлетами продолжится и дальше, то это не топ-8, как я вчера говорил. Но если это все из разряда такой полушутки, ну то есть, знаешь, что-то захотел, немножко, ну, что-то да. захотел на Антайнги армлет бахнуть, там что-то купил. Если дальше будет как-то более грамотное вложение денег, я объясню. За деньги, которые стоят армлет, можно купить Фурстав, можно купить Вейл, можно купить... Не, ну армлет на Антайнги это прям совсем, совсем плохо. Ну, это... У них сегодня еще был... Что-то странное. Silence на Кунке еще был у них сегодня. Ну да. Ну, то есть, если они не будут этим всем, если это... Грубо говоря, они просто расценивают свои силы и позволяют себе некоторые вольности против команд более слабых, это окей. Но если окажется, что это их стратегия, то это не окей. То есть, Кунка с Арчидом, он не выиграет против OG там, и так далее. Это не побеждает. Вместе с зомби и так далее. С армлетом. Ну что же, переходим к дню завтрашнему. Завтра стартует групповой этап. 20 best of 2 матча будет сыграно. Всего 40 карт, 4 одновременных стрима. Начинаем мы в 19.00 по Киеву, Москве. Начинаем мы с превью-шоу, где будет работать наш аналитик. Конечно, в 19.30 начинается первые игры. Ну и поехали, поехали, поехали. Я скажу только, что на первом стриме Wings, EG, OG, Alliance, OG, EG, Liquid, Newbie. Повторение финала Эпицентра. И Secret MVP Phoenix. И это будет очень круто. Ну и, наверное, еще скажу, что на Na'Vi будут завтра играть три игры. Сначала против Escape, потом против EG на канале под номером 3, и потом против TNC Gaming на канале под номером 2. Большинство команд завтра сыграет по два матча, некоторые по три. Ну и как мы это делали вчера, наверное, стоит прикинуть, кого лучше всего ставить в ваш фэнтези-состав, собственно, внутри компендиума. И сразу же первый совет вам. Лучше всего ставить людей, которые... будут играть завтра трижды, а не дважды. Это абсолютно очевидно, потому что даже если ты наклепаешь просто бешеную стату, то на кэрри вряд ли за 4 карты ты наберешь так, столько статистики, как ты наберешь за 6. Логично? Логично. Логично, логично. Ну, давай начнем, наверное, с суппортов в этот раз, а не с коров. Но... Было бы интересно, вот у нас есть весь пул. Прикинем, что у вас есть все карточки, да? Вот, припустим, что есть все карточки. Мы назовем вот сейчас двух основных и двух таких вот, которые можно было бы включить в состав.
То есть, ну, очевидные варианты. Сложный очень, конечно, выбор, потому что, ну, во-первых, мы не знаем форму всех команд, что кто там, что куда гораст, как это все сейчас будет выглядеть. Ну и, конечно, у нас же выбор из просто миллиона человек, почти 100. Ну, 80. Ну, 80, да. То есть это действительно тяжело. Но вот ты сейчас сказал Na'Vi 3 матча, да, и вроде как Escape. TNC, Escape, EG. Это вполне для них, да, по силам. И вот я бы, наверное, о Санейка бы задумался. А Санейка в состав, ну и поддержать нашего мальчика, когда да, можно. Санейка всегда много ассистов зарабатывает. Да, но если говорить серьезно, то если у Na'Vi все нормально идет, то Санейка будет играть вполне вероятно на Bounty Hunter. Это огромное количество ассистов, огромное количество денег, ГПМа и киллов. А для саппортов это бешеные показатели. Да, для саппортов это все очень-очень круто. То есть вот я бы присмотрелся к Санейка как одному из саппортов и, возможно, к Криту. Ну да, три игры также играет OG, да. Правда, против LGD, Альянс, EG, то есть соперники немножко посильнее. Ну, но все равно Крит всегда выдает статус. Альянс, EG, откровенно говоря, они должны проходить, притом проходить легко. Ну вот, мне кажется, ну, да, да, сейчас. Да, я согласен. Если EG очень сильны, что теоретически возможно, и они просто не палились на саммите, такие сараконные соломит, это, ну, было похоже, что они не особо палились. Если будут OG проблемы с EG, то у них еще игра с кем? OG, Альянс, EG и LGD. С LGD. Ну да, нет, тут, конечно, опасно. Сложный вариант. Сложный, но как бы да, я вот прикидываю, еще команда, которая играет трижды, ну, играет трижды TNC. Но с TNC мы вряд ли кого-то вам будем советовать. Играет трижды Альянс и тоже там так тоже себе. Тяжелые игры. Да, а в группе B все играют почти по два матча. То есть, как бы, и... Ну, в общем-то, откровенно говоря, вот Санейка и все-таки Крит, я думаю, что это будут неплохие выборы. Ну да, конечно, всякое может случиться. Мы же будущего не видим. Na'Vi могут проиграть три игры, или OG могут там все посливать. Кто его знает? И будут плохие очень показатели. Ну, по логике, это вот как бы такой самый наиболее верняковый вариант, который, ну, скорее всего, окупится, ну, в да, фэнтези-очках. Да, да, да. Окей, в принципе, вы понимаете, еще тут посмотрите, кто играет по три матча. Если у вас там нет карточек, то... Постарайтесь выбрать вот из людей, вот опять-таки, четвертой позиции. Очень рекомендуем брать вам игроков пятой позиции. Ну и напоминаем, что серебряные и золотые карточки, они добавляют бонусы к каждой статье, которую получает игрок. Поэтому обращайте внимание на серебряные, особенно на золотые карточки. Коры. Коры, опять-таки, у нас ситуация остается такая же. То есть по три матча играет EG, Альянс, OG и Na'Vi завтра. Ну и TNC Gaming и LGD. И вот, наверное, стоит выбирать из этих команд. Ну да, но я думаю, что... Ну, очевидно, да? Очевидно, надо брать Миракла. Да, потому что на самом деле, ну как бы там что ни было, Миракл, как правило, заканчивает с хорошими показателями, всякими числовыми, то есть это его тема. По крайней мере, он очень мало умирает, что важно. Он много фармит обычно, то есть у него хорошие ГПМы. Ну там убийство, это в зависимости, конечно, ну, от да, того, как пойдет да. игра. Но в любом случае, я думаю, что Miracle это все-таки грамотный выбор будет. Miracle это был must-have, наверное, в любой день будет. А тем более, что если OG играет целых три матча, ну надо смотреть, да? То есть, а вдруг OG вообще не в форме, кто их знает? Ну, кто их знает, это фэнтези. OG могут быть не в форме, а Miracle может тащить. А Miracle может тащить, да. Сколько играет Escape завтра? Escape завтра играет у нас против Na'Vi, Escape играет против Wings и против LGD. Три игры играет Escape, и я понимаю, к чему ты ведешь. На Койкве, в общем, Койкве, на самом деле, он все равно актуален. Вот он даже сегодня, проигрывая игру... Но у него сегодня КДА на первом месте, а от него второе место отстает на 3. То есть у Койкве 9.64, а у чувака на втором месте 6, по-моему, что-то такое. То есть разгромно. А LGD сколько играют? Тоже 3. Maybe. Ставьте maybe. Вот, ставьте maybe. Maybe, я просто скажу, я, конечно, не знаю, но всякое может быть, они там не в форме, сейчас проиграют все игры, но если LGD в форме, если LGD хорошо, maybe на Маниле, я думаю, что просто... У него по 11 фрагов в день было. Maybe на Маниле установил рекорд по киллам. ГПМу. Киллам среднему ГПМу, максимальное количество киллов. И вообще все, что можно. Еще какой-то один, вот из таких рекордов, я забыл, к сожалению, какой. Ну, в общем, много. И это, учитывая, что они остановились на четвертом месте. То есть, maybe он в этой команде, ну, на мой взгляд, мой скромный, maybe лучший игрок на миде, лучший Miracle, он вот... Ну, не зря с этим человеком подписан контакт. Он сумасшедший. Контракт 19-го года, он действительно сумасшедший. И я вот, мы посмотрим еще, да, если, конечно, maybe вдруг там
плохо играет, мы больше, конечно, советовать не будем. Но пока мы не видели еще игры, это, ну, это первый день. Мы в сухом остатке, да, действительно, Maybe смотрится очень хорошо. Maybe 100%. Окей, у нас есть Maybe, есть Miracle. Мы уже говорили о Койкву, но это такой, я думаю, полурезервный вариант, если у вас вдруг остался Койква с вчерашнего дня. Да, если нету карточек того же Maybe, вот как что раз Койква. Что ты скажешь по поводу такого игрока, как Денди? Денди тоже вполне себе может зайти. Я просто сейчас вот хотел сказать Денди, но я еще пытался припомнить какого-нибудь кэрри, ну, чтобы не только мидеров, да, называть так для интереса. Но что-то как-то ну, вот есть. Агрессив, нет, сейчас не смотрится вообще, он на самом деле как вот... и, соответственно, на Тейл тоже не всегда выдает. Что по поводу ЕГЭ? Дитяра тоже, пожалуй, не лучшая. Mm-hmm. Фир стабильный кэрри, но опять же не сказать, что... Это не для статистики. Сумаил очень много умирает. Это фидер. То есть и он умирает, ну, нормально, то есть по делу, он умирает с толком. Он не боится умереть, это правильно, если уж на то пошло, с точки зрения победы в игре. То есть если нужно умереть, он умирает. Но это плохо с точки зрения фэнтези-лиги. Да, согласен, согласен. Денди – это неплохой вариант. Вот, так скажем, то есть он точно в топ-5 должен где-то вот заходить. Возможно, и лучше. То есть Денди может нас и удивить очень сильно. Мы видели недавно эти его исполнения на Инвокере, на Тимберсоу, на Тинкере. То есть Даня может, да. Если у Нави будет игра хорошо идти, на что мы, конечно, надеемся, Денди будет с хорошими числовыми показателями. Поэтому Денди, если есть, тоже можно, конечно, его ставить. В общем, мы останавливаемся на варианте Денди, Miracle, Maybe, а также Крит и Санейка. Все эти игроки играют завтра по 6 карт, поэтому статистика будет довольно неплохая. И рекомендуем вам вот этих парней ставить. Ну и опять-таки всегда обращать свое внимание на Койкву, ну и, соответственно, на других игроков. В общем, завтрашний день будет веселым. Завтра вечером мы обязательно уже будем выглядеть, ну, намного более уставшим, чем сегодня. Сегодня день был такой легенький, в 6 вечера закончили по времени сиэтлскому. Завтра день очень тяжелый и для вас, как для зрителей, и для нас, как для... комментаторов и аналитиков, но завтра будет весело, завтра будет нереально весело, и начинаем мы, еще раз напомню, 19:00 по Москве, и до раннего утра мы будем комментировать, анализировать, смотреть и радоваться жизни. International начинается, это круто, ну а мы с вами услышимся обязательно завтра, это был второй выпуск вечернего Вольта или Валета? Валета. Вечернего Вольта звучит как-то... Вечерний Валет. Вечерний Валет. До скорых встреч.